До 4 октября в республике продлили прием заявок от предпринимателей на региональный этап всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года». Основная цель конкурса – популяризировать социальное предпринимательство и вывести самые интересные его проекты на крупные рынки с целью дальнейшей реализации. Как отметили в руководстве Центра инноваций социальной сферы Башкортостана, в конкурсе представлено 10 номинаций в сфере образования, здравоохранения, культуры, экологии, повышения производительности труда и других. Самое главное – это возможность прозвучать на всю республику и, самое главное, на всю Россию, потому что будет торжественное чествование победителей, будет издан каталог лучших проектов республики Башкортостан. И еще раз повторюсь, лучший проект попадет на площадку Российского инвестиционного форума в Сочи в начале 2020 года. В жюри оргкомитета конкурса входят представители министерств и ведомств, общественники и представители бизнес-сообщества. Они изучат поданные заявки и 29 ноября назовут финалистов. Победители же наградят на Всероссийском инвестиционном форуме в Сочи в феврале следующего года.